Всем привет, дорогие друзья, с вами Анубис, и сегодня мы с вами будем начинать проходить Outlast, как вы сами видите. Мне просто, не знаю, вот чисто мне что-то в голову стрельнуло, захотелось записать для вас Outlastик, пройти его вместе с вами. Сегодня мы его будем с вами записывать. Так, сейчас, секундочку, надо кое-что сделать, ставить. Так, хорошо. Ну что ж. Давайте будем, наверное, начинать проходить. Сегодня будем пугаться, бояться, сраться. Ну что ж, новая игра. Поехали. Так. Так, 17 сентября 2013 года. Ну, не буду это читать. Тема. Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерк. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Маунт-Месси. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю, ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом знать. Хорошо. Только кто это мог узнать, мне интересненько. Так. Наша любимая камера. Недавно пересмотрел просто прохождение Outlast первого. Ой, второго. Первый я не смотрел. Поэтому будем... Так, я ничего не нажимаю, если что. Ух ты, какая машинка. Так, вот она, эта больничка. Так. Список задач обновлен в вашем блокноте. Клавиши Tab. Цели исследуйте лечебницу Маунт Массив. Так. Чем заметки N. Заметки и документы это G. Хорошо. Так. А я так понимаю, хаммер какой-то. Давайте лучше вообще не сюда. Я не хочу тут быть. Вообще сдалось это. А? Так, тут что-то есть? Сюда можно зайти, да? Ах ты, компьютер какой. Ладно, так. Я так понимаю, нам туда надо? Так. Ладно, идем. Пройти можно? Нет. Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левую кнопку мыши. Чтобы поднять камеру, нажмите правую кнопку мыши. Ага. Чтобы... События записаны. На наш блокнот. Так, хорошо, давайте. Меня тащит от одного только вида этого места. Больница Маунт-Месси, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году. И была вновь открыта в 2009 году компанией «Психиатрические исследования Мерков», скрывающие под личной благотворительной организацией. Сатовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда, похоже на глушил. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков
издавна наживается на филантропии. Но на американской земле никогда то, что они здесь пытаются найти. Должно быть, ты очень важен. Может, хоть теперь получится вывести на чистую, их на чистую воду. Хорошо. Так. Ну, думаю, заметка о событии добавлена в ваш блокнот, только если ваша камера записывает о событии. Ладно, давайте лучше ее достанем. Так, чтобы бежать, удерживайте левый shift. Хорошо, это мы будем знать. Это какая машинка. Это военная тоже. Так, я так понимаю, нам сюда? Лучше не буду так делать. Что тут написано? Mount Massive Asylum. Ага, тут нам не пройти. Ладно. Давайте тогда поищем что-нибудь тут, может. Опа. Кто-то может будет открыт. Да не хекай ты так. Бежали, давай. Так, я вот сейчас не понимаю, что нам надо найти. Так. Ага. Чтобы прыгнуться, удерживайте левый контрол. Понятненько. Сохранение. Так, значит, что-то сейчас произойдет. Чекайте просто. Че, я, наверное, графон все-таки повышу немножко. Давайте, сука, поставим. Думаю, ну мы же сюда пришли не... Так, все, возвращаемся к игре. Думаю, так поприятнее будет картинка. Ладно, так, идем, значит. Я так понимаю, нам сюда. Ага, фигушки там. Вон, лестница туда, скорее всего. Там окошко открыто. Включена камера, позволяет приближать и удалять... Ага, это мы знаем. Так, давай, ползем. Так, куда пойдем? Ну, понятное дело, что сюда. Чтобы перепрыгнуть в провал. Пробельчик. Так. Так, идем. Так, ну я так думаю, нам сюда. Ага. Какую кнопку нажимать, чтобы этот... Исследуйте лечебницу. Хорошо, хорошо. СТП, а на какую кнопку нажимать? Ага, F-ка. Хорошо, хорошо, так. Ночное видение сокращает срок службы батареи. Пользуйтесь им. Хорошо. Что тут у нас, конечно? Ну, думаю, нам прятаться ни от кого не нужно будет. Там что, никого? Хорошо, идем. В общем-то, ребят, на этом мы заканчиваем наше прохождение. Всем спасибо за просмотр, друзья. Удачи и до скорого. Ладно, так. Шутки в сторону. Все-таки как-никак проходим Outlast. Так, это мы... Да, это мы оттуда вышли. Я так понимаю, нам туда надо пройти сейчас. А, так вот дверь. Сейчас я потише немножко сделаю, так что... Слишком громко. Вот так, думаю, нормально будет. А то я сам себя не слышу. А тут, кстати, есть как во втором, типа, камень. Ой, не то, извиняюсь. Иногда, возможно, буду путаться. Так, запись немножко... А, что-то отрубилось, не знаю, что случилось.
Давайте зайдем. Запись отрубилась, не знаю. Возможно, что-то случилось. Так. Тут что-то. Опа, батареечки, батареечки. Чтобы сменить, нажмите R. Хорошо. Будем аккуратнее. У нас заряд, в принципе, есть. Пароль. Не знаем пароль. Конечно. Кстати, так вроде бы. Вот смотрите, вот сейчас, да? Вот, например, куда мы посмотрим? Вот, например, сюда смотрим, да, темно. Так же, типа, понятно. Так, ладно, ходим. На всякий пожарный. Да не глупай ты так дверью, ты же не у себя дома! Так, хорошо, давайте сейчас. Так. Психиатрические исследования Мерков. Проект Велеридер. Лечебница Маунт Месси. Дело номер 174. Пациент УПХ Билли. Дата консультации, ага. Первичное обращение. Возраст 19. Пол мужчина. Лечащий врач Карл Хьюстон. Не проверен. Состояние пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных основидений продолжается. Наблюдается бесцедентная активность морфологического двигателя. Продолжаем четвертую стадию аморальной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить электроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересуется ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и Мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли и утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трайера. На заметку, единственный Трайер, работающий на компанию, некий Ричард Трайер, ответственное лицо в них. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрические исследования Мерков, проект Валеридер. Лечебница Мэнт Мэссив. Хорошо. Так, на тап мы можем это все изучать, но думаю, что нам это не нужно. Так, хорошо. Ты что, охерел? Я не понял. Что так хекаешь? Давайте в туалет мы, наверное, не пойдем. Так, хорошо, давайте выпьем для... Можно выпить? Нельзя? Хорошо, а нельзя, так нельзя, ладно. Чё, бухнуть даже нельзя, а то что-то... Да хорошо шататься. Сейчас обосуюсь. Понятно, куда нам нужно ползти. Ну, типа, оно намекает нам. Ну ладно, давайте, что ли. Так, понимаю, нам сюда. Надеюсь, мы никуда не провалимся. Ух ты, ё-моё! Ты кто такой? Это то же самое место. Вон там еще кто-то. Убежал. Убежал. Так, ну что? Тут никого нету? Никого тут нет? Там никого нет? Надеюсь, что нет. Тихонько, тихо, тихо. Чи, давайте, тихо, тихо. Там чувак побежал. А, тут заблокировано, поэтому... Библиотека. Зачем так делать? Зачем так делать? Тварь! Ублюдок! Никого нет? Пожалуйста, скажите мне, что никого нет, а?
еще отдышусь, ребят. В общем-то, хочу сказать то, что я особо в хоррор-игры не играю, поэтому... Поэтому реакция у меня... Нахер пошел! Они перебили нас. Вычислили. Варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главные ворота можно открыть из диспетчерской службы безопасности. Убирайтесь нахрен из этого проклятого места! Так, тут вроде бы нам что-то записалось, да? Вот. Я внутри, повсюду трупы. Кровь, ожоги. С потолка свисают мертвые ученые. С головы вряд ли... в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бейджам, все есть исследования отдела Меркл. Подставная шарашка Меркл, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов охватить. Интересно, как они собрались выкачивать деньги из этой дыры, полной психов? А этот оперативник, он же его как свинью на вертель насадили. Велел мне убираться, нахрен отсюда и кони двинуть. Жаль, я его слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Так, хорошо. Главный герой, не сыкуй, я тоже сыкую. Сыкую как не в себя, просто. Темно, ни хрена. У меня сейчас такое ощущение, что если я открою эту дверь, то произойдет сейчас что-то примерно то же самое. Так, заряд я трачу. Так, мы точно должны ее открывать, просто я фиг его знает. Опа, 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 давай. Не-н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 е. Спокойно. Сюда сейчас, скорее всего, кто-то зайдет. Там... Смотрите, голову пропадает. Опа. Так, ладно. Там просто какой-то... Дело шел. Мне немного сыкотно. Ну чё, ребят, идем, да? Время что идет. Даже записывает. Тихо. Тихонько. Тихонько, ё-моё. Ё-моё. Так. Идём спокойно. Тут капец, что-то слишком громко, ребят. Сейчас секунду я тише сделаю. Не, серьезно, слишком громко. Так, я пока не буду это открывать. Она вам, так я понимаю, придется открыть эту дверь, да? Ну да, другого прохода. Хотя вон там дверь есть. Поросёнок. Ай! Ты кто такой? Слышишь ты? Уйди! Кто такой? Ты кто? Там кто-то идет. Не надо, пожалуйста! Кто? Ты кто такой? Это еще кто? Ты кто? Давай по-дружески выпьем чаю. Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань Божья, сын. У тебя есть призвание. Так, я так понимаю, у меня камера он стырил. Так, новая цель. Выберись из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую безопасность.
А не, камера у меня есть, ребят. Он что, тупой, что ли? Всем тупой. Так, давайте еще раз глянем. Так, выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Так, это мы не снимаем, это мы не показываем. Контент 18+, так сказать. Это нам не нужно. Так, что это у нас тут? Корпорация Мерков. Поздравления в США. Да, поздравления. Подразделение. Господи, я еще читать не умею. Ордер на арест имущества в дело. Номер мне лень это читать, сами читайте. Относительно ареста имущества. Психиатрический центр Маунт Мэссио. Психиатрические исследования Мерков. Район пустыни Маунт Мэссио. Государственное шоссе 112. Письменное показание под присягой данные берет советом директоров, заслуживающим доверие агентства безопасности Меркл, АБМ. Катастрофическое нарушение в работе системы безопасности. Заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основания для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованиям и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований к корпорации Мерков и ее дочерним компаниям касательно действий АБМ и обстоятельств, в которых они были необходимы. Невзирая на последствия. Хорошо. Так. Значит, у нас тут куча трупиков. Понятное дело, что все закрыто. Господи. Это же все логично. Так, там какой-то мудило здоровый был. Что это такое? Так, ну тут все заколочено. Так, я так думаю, нам сюда. Так. И туда, скорее всего, тоже. Так, ну давайте тут все осмотрим. Мало ли что-нибудь. Батареечку какую-нибудь найти. Это что такое? А, это компьютер. Так, значит, у нас, блин, батарейка закончилась. Чё ты там пыхтишь, а? Чё ты пыхтишь? Я тоже сыкую, прикинь. Я вообще в хоррор-игры не люблю играть. Это не моё, но... А зачем это надо? А? А зачем это надо мне? Можно мне? А вы мне ответите, зачем это надо? Кстати, я хочу проверить, там что-то есть? Нет, там, походу, никого нет. Тихо. Так, там эксит, там тупик. Ой. Он живой! Что нам делать? Как-то. Типа. За выход, да? Он же меня не сюда палит, типа. Он же типа тупой. Да. И там выход. Двери никакой нет. Я не думаю, что нам нужно сюда. Пойдемте тогда посмотрим еще где-нибудь. А, вот оно. Типа нам сюда.
А он там уйти, вот сидит. Так, что там? Там есть комнаты? Там заколочено все. Вон комната есть. Пойдемте туда, Лен. Ладно, туда мы не пойдем, так уж и быть, ладно. Так, тихонько нам сюда. Ага, фигушки. Что это за место? Ладно, все-таки придется туда идти. Стоп, а на какую кнопку у меня запись, стоп. А, я понял, что такое. Так, короче, я вернулся, неважно. Что такое, что-то подолгнуло так. Неприятно. Там, короче, какой-то фиг был. Сейчас его там нету. Сюда, думаю, все зайти. И там никого нет. Твою мать, да что такое? Что тут ненормальные туалеты какие, посрать негде. Нахер так хлопать, я не понимаю, там... Щелики ходят, хотят тебя, блин, убить. Ты, блин, дверьми хлопаешь, как тупица какая-то. Так, ладно, давайте еще не зайдем. Ладно, тут ничего нету. Так. Меня настораживает тот челик. Он вроде бы туда ломился. А тут нет типа микрофона там, интересно. Секунду, сейчас. Наклониться так, прыгнуть, отобразить. А, это все, да? Отобразить заметки. Ага. Ладно. Я так понимаю, это как раз таки... На эта дверь открывается картой доступа. И что нам делать? У меня такое ощущение, что сейчас мы туда подойдем. Этот фиг, короче, на меня сейчас выпрыгнет. Вот, он сюда ломился. Он сюда ломился. А это случайно не начальная комната? Так, давайте дверь закроем, на всякий случай. Это не начальная комната. Так. Так, заметки. Нет, назад. Документы это. От Хелен Грэнд. Тема непосредственной экспертизы проекта Валли Ридер. Уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении. Немедленных действий со стороны корпорации Меркл не требуется. Потенциальная прибыль проекта Валли Ридер остается чрезвычайно высокой. Ой, я забыл. Четыре несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство, а в случае должного обращения со свидетелями, со свидетельствами, делающих его невозможно. Проект Валли Ридер остается рискованным, начинанием и может повлечь дальнейшие потери. Как и в других случаях, интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначителен, что вероятность любого судебного преследования представляет исчезающее мало. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как морфогеническое
кондиционированная. Что такое? Приближается к стадии производства рабочих моделей, но сочетание физической и фармакологических способов. Ограничение активности доказало серьезную эффективность сохранения управляемости и прибыльности проекта. С уважением, Хелен Грант, департамент снижения юридических рисков корпорации Мэриков. Хорошо, так, немножко запинаюсь. Просто так надо. Что это за дверь? Дверь это там, где выход, что ли? Или это за выход? Не, это возле выхода. Ладно, нам не так. Вот эта дверь меня настораживает. Слышите? Он там есть. Он там есть. Ну а нам, скорее всего, конечно же, нужно сюда входить. Так. А, запись идет, да? Просто нажал на... Вроде бы на паузу. Ладно, так. Ну что, ребята, вы готовы? А, понятно. Мы на это не соглашались. Так почему мы должны за это платить? Нам умирать. Уокер пришлется только за то, что мы больны. Мы не выбирали такое ЦБ. Сочувствую, бро. Кстати, тут нет никакой батареечки, там не знаю. Тут можно спрятаться. С кого мы прятаться-то будем? Не, я пока не знаю. Так. Тут закрыто. Тут тоже закрыто. И что нам теперь делать? Тут закрыто. Ладно, пойдем. Что-нибудь еще. Ой. Эта дверь открывается только с картой. Хорошо. Кстати. Тут же вот пульт управления. Возможно, тут есть карта. У тебя нету карты, дружище? Телефон что-то пиликает. Друг, у тебя тут нет карты, случайно? Что мне капец. Кстати, а что если тут карта? Не, ну мало ли там. Походу нет, тут нет никакой. Там что там по времени, все нормально. Что такое подлагало, что-то. Что, ребят, может туда пойдем? Че оно подлагивает? FPS что-то сильно просел. Секунду. Так, секундочку. Нет. Так. Секундочку, просто кое-что позакрываю тут. Чтоб не мешало, это не мешает. О. Все. Все, ты мне же ничего не сделаешь, правильно? О, вон там дверь есть. Нормально? Ё-моё! Я не сильно думаю, что нам нужно в эту комнату. Я вот прям вообще не уверен, что нам нужно в эту комнату, потому что... Ну, я, скорее всего, думаю, то, что если я сейчас зайду в ту комнату, то за мной погонятся. Там челики сидят, что-то смотрят. А с последнего сохранения я не помню где. А рисковать тоже не сильно хочу.
Поэтому что? Эта дверь не открывается. Тут тоже заперто. Мы там были. Может еще раз попробовать вломиться? Типа там я подошел, там что-то начали они говорить. Но там нету ключ-карты. Тут, сюда нужна ключ-карта. Там дверь закрыта. Поэтому, скорее всего, нам нужно сюда. Но она заперт. Я ничего не могу сделать. Там единственное место, куда... Вот сюда. Вот тут вот. Дверь закрыта. А если тут ничего нельзя? Нет, тут только дверь. Ладно. Ладно. Что там воет? Что люди спят на этом? Хотя там телек смотрит. Не, мне серьезно, мне интересно, что будет, если я зайду. А мы тут были? Ты чё? Опа, опа, батареечка! Ладно, давайте перезарядим. Хорошо. Ну, у нас есть всего лишь-то один вариант. Это получается пойти к тем чувакам. Возможно, они нормальные и добрые люди. Но это не точно. Я прям очень сильно в этом сомневаюсь. Прям настолько... Что такое? Я не могу пройти. Прям настолько сильно... Что прям капец как сильно. Типа этот чувак меня не трогает, ему вообще на меня пофиг, поэтому мы так вот проходим. А, блин, меня звонят. Секунду, ребят. Подождите. А какую кнопку я вырубаю запись? Так, я вернулся. В общем. Ну что ж, ребят, давайте, что будет, то будет, короче. А, стоп, они слепые. Да, не упали. Овощи, издохший телевизор. Овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядит как пациент. Они пережили то, что здесь произошло. Но похоже, на чердаке у них совсем пусто. Ну, бывает с кем. Ну, не повезло. Ладно, заходим, чё уж. Скорее всего, ничего нет. А, им вообще на меня пофигу. Это вообще прекрасно. Чуть дёрганный какой-то. Боится чё. Чего у него с ногой? Что происходит? Так. Там кто-то есть? Стоянь. Так, тут выход. Так, ладно. Продолжаем что-то искать. Ничего нету. А смысл? О! Карта доступа к диспетчерской службе безопасности. Прекрасно, все, идем. Так, теперь мы идем. Список предметов, хорошо. У нас теперь есть карточка. Это очень хорошо. Так, ребятки, надеюсь, вы и дальше будете пялиться в этот экран. Я вообще подумал, что это... Типа, какие-то люди. Здоровые там. Просто сидят... Ё-моё! Вытащи их, пожалуйста!
Уйди! Уйди, тварь! Уйди, уйди, уйди! Что тебе сделать? Что тебе? Куда тебе врезать? Мать, иди нахрен, паскуда драная. Пошел нахер, тварь. Фиг ли он, блин, проснулся, спал себе и бы дальше спал. Че просыпаться-то надо было, а? Блюдок какой. Мерзкая тварь. Вот теперь лежи там и подыхай. Ладно. Это я знаю. Хорошо. Уходим. Закрываем. Так, что нам тут надо? Так, можно что-то глянуть. Ой, это камера. Да вы что, да это вообще прекрасно. А зачем нам прятаться? Мне вот что интересно. Ладно. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Так, по камерам все... А, о, это камеры, мы там пробегали. Вон, кстати, камера на улице. Это камера там. О, ребят! Он отрубил свет. Быстрей. Какой здоровый. Тихо сидим. Где-то тут, поросёночек. И я тебя отыщу, шлюшка. Так, давайте пока почитаем. Верзила выслеживает меня. Нашел досье Криса Уокера, в прошлом военно-полицейского. Насколько боевых заданий в Афганистане. Вся эта кровища здесь, во многом дело его рук. Впрочем, не только его. Ладно. Тихо сидим. Что ты, может, ты уйдешь уже наконец? Так, нам надо генератор перезапустить. Он там ходит что-то. Так, думаю, можно выходить. Так, короче, ну все, давайте на раз, два, три побежим. Он ушел. По какую нам сторону? Сюда, скорее всего. Генератор перезапустится. Ой, ё-моё. Ты сейчас по вот этим тупым подвалам лазить. Ладно, ребят, думаю, мы уже будем в следующей серии лазить по этим подвалам. Думаю, тут мы и остановимся с вами на этой нотке. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр, за то, что вы смотрели этот ролик. Я очень благодарен. Кстати, у нас на канале совсем скоро уже будет 100 подписчиков. Юбилей. Я на 100 подписчиков создам специальную музыку, думаю. Ну, как думаю, я ее создам. В общем, давайте добьем 100 подписчиков. Я очень этого хочу. Если вы это действительно сделаете, я буду очень рад.
Ну а с вами был, как всегда, Анубис. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на Инстаграм, заходите на наш Дискорд сервер, подписывайтесь на меня на SoundCloud. Если хотите продолжений, то обязательно ставьте лайки. Ну а с вами был Анубис. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и до скорого. Бывайте.